Часы пустить. Пара большая. Поехали. Добрый вечер. Я Дмитрий Антонов. И вы на моем канале. Канал об авиации и о людях, которые работают в ней. Хельсинки. Пока вот сейчас готовимся лететь в гостинице. Гостиница прямо в аэропорту. Так что к самолету практически будем пешком добираться. По крайней мере, живем прямо в аэропорту. Загружены. Грузились с помощью погрузочной системы, которую я недавно показывал, как она работает. То есть груз тяжелый. И мы летим в Чад, аэропорт города Нджамена. По дороге сделаем техническую посадку в Алжире. Покажу груз, его можно будет показать. И весь полет будет проходить ночью, потому что я уже говорил, что уже день равнодействия прошел, и теперь ночь будет увеличиваться и увеличиваться. Поэтому оставайтесь и идем лететь. Будьте с нами. Прибыли в аэропорт. Долго ходили. 50 минут от гостиницы, пока на самолет не попали. Ну все, сейчас начинаем процедуру подготовки к полету. И надеюсь, через минут 40 улетим. Сейчас будем запускать ВСУ и летим в Алжир. Поехала ВСУ. Холодная прокрутка. Так что до вылета. Берем. Часы через 5 секунд. Пустили. Фары большой. Фары большой включен. Время. Поехали. Экипаж взлетает. Колеса расторможены, прогреты. Увеличу. Режим. Взлетный 120. Устанавливаю. Увеличивается режим. Аппаратор норм. Скорость 280, 270. Реверс включил. 230. Максимальный реверс норм. 210. Хорошо, бежим в конец полосы. Бежим. 190. 170. Скорость 150. Хорошо, притормажим. Реверс, проверяю тормоза. 140. 130. Реверс 0.
120 ЗМГ. ЗМГ стоит уже, да? Alpha Bravo Delta 3820. 4 на прямой. Then right again on to Juliet. Right, the entry right again on to Juliet. Alpha Bravo 3820. Ну что, прилетели в Алжир, заправляемся. Ну а вот это груз. Груз чем уникален? Тем, что он моногруз и весит 78 тонн. Его можно погрузить только с помощью вот этой вот погрузочной системы. Мы уже о ней говорили. Говорили? Говорили. Вот. Погрузочная система весит сама, как и было раньше, 6 с копеечками. Но у нас для того, чтобы погрузить вот такую штуковину, потребовались разгрузочные балки. Вот внизу она такая, вот эта сверху. Двутавр там, или как его называют. И они весят по 2,5 тонн каждая. Почему они нужны? Для того, чтобы распределить нагрузку на пол вот этого груза. Нельзя ему стоять просто, ну, самому по себе. Обязательно вот такие. Это рассчитано все. И грузят только таким образом. Иначе поломаем пол. И именно для такого количества, для такого веса груза вот необходимо такое количество цепей. Тут видно, сколько их. Это и с одной, и с другой. Это для чего? Для того, чтобы предотвратить смещение груза как на взлете, так и на посадке. Ну, еще немножко ящичков каких-то, но они совсем ничего весят. И мы видим здесь оборудование для затягивания, и затем будем вниз отправлять груз. Стоят блоки, много блоков, и лебедки, две штуки. Мы же знаем, как они работают. Что это такое, я не скажу. Кто-то пошутил, это, говорит, корабельный двигатель. Говорю, ну как раз в чат, в самый центр пустыни, корабельный двигатель и надо привезти. Поэтому сам не знаю, но, в общем, какое-то оборудование, генератор или еще что-нибудь. Все, сейчас загрузимся, ой, заправимся и полетим. Вот тут очень хорошо тоже видно, ну и платформы для того, чтобы скользить по вот этим вот роликам. Ну и, как я уже сказал, разгрузочные балки, две штуки. То есть общий вес у нас порядка под 95 тонн. Поэтому самолету, конечно, очень тяжело. И, кстати, вот это -150, который я говорил, это именно может перевозить такие моногрузы этот самолет. Поэтому вот такое у него преимущество. 15. Хорошо, часы. Пустите. Фары большие. Поехали. Alpha Bravo, Alpha Delta 3820, clear for takeoff 260 degrees 6 months. Прогреты. Увеличиваем номинал. Увеличиваем номинал. Увеличится же. Номинал параметров. Взлетный 120. Устанавливаем взлетный 120. Вся скорость.
200, скорость 300. Шасси убрано, стойки закрыты. Красный, ставим на заход. Продолжаем. Скорость 250. Интерцепторы выше 4. Зеленый реверс. Интерцептор. 240. 248 включил. 220. Максимальный реверс. 200. 190. 180. 170. 160. 150. 140. Реверс уменьшаем. 130. Реверс уменьшаем. 120. Майк 3. Майк 3. 110. Выключаем обогрев по ВДЛ-2. А у них кто-то обогрев произошел, этой рулежки не было. Машину наблюдаем.
Давай. Забрал 3-3-4, мой выкинуть. Товары. Куда ешь? Можно карту. Обратную механизацию. Подгрев ПВД к Кронштейну. Отключен. Отключен. На стояночном. Включаем потребители. Доклад на готовность. Готов. Ждем выключенцев, то есть управленцев. Джамена, долетели. На удивление нас встречали. Это очень хорошо, потому что обычно здесь как-то прилетишь, станешь и ожидаешь. В общем, груз довезен. Поэтому ожидаем, когда выгрузят. И назад в Лейпциг. А из Лейпцига летим домой. Все. Тому не переключайтесь. Бо обов'язково далі буде. Пока.